Охота где-то дальше пить. Выливать, да. Всем привет. Сегодня Алексей отсутствует у нас. К сожалению, уехал по стране кататься, как и я. Поэтому я сегодня оказался в Томске. И буду пробовать... Как его называется? В итоге я оказался в Томске и буду обозревать местное томское пиво в фабрике «Томское пиво». Ну или Крюгер еще, по снародии там. Так, теперь у нас на очереди бархатное. Пиво темное. Пробуем. А запах, как обычно, пиво. Это ничего вроде. Мягкое пиво. Ну, обычное, короче. Нет, но оно же темное. Темное, ну. Оно сладкое для темного. Ну, оно на то, но и бархатное. Оно похоже на квас. Вот это бархатное, оно похоже на квас обычно. Сладенько. Получается. Для темного пива. Ну, прикольно, но оно, да, сладкое. Ну, на то оно и бархатное, оно же типа как обычно алкоголь 4%. Следующая на очереди Жигулевская. Ну, думаю, это шайтан. Бухло, как говорится. Я думаю, это классика. Ну, говорю, классика, шайтан. Для студентов дешевая всегда. Главное, не пенится нифига. 4,2 градуса алкоголя. Светлое, фильтрованное, пастеризованное. Обычно светлое пиво. Я в нем в Жигулевском, оно самое дешманское, оно обычно фигня пива. Какое? Ну, сладкое, конечно. Бархатное послаще будет, это да. Бархатное — это самое сладкое пиво, но... которое вы можете а может в еще жизни, нет. Мне кажется. Ну, знаешь, этот сидр какой-то вот что-то. Следующая на очереди Рижская, 4,8%. Солод, карамельный и сахар в бархатном. Отличие. А вот эти вот, да, просто вот одинаковые по составу. Ну вот сейчас давай и попробуем. Прям горчит. Горечь. Ты сильно горчит, что делать? Тебе нужно добавить щепоточку соли, так оно не будет горчить. Мяу. Не, тоже фигня. Честно. Топчик, пока из этого бархатное, да. Следующее пиво, значит, Жигулевское пиво, томское. Уже немножко другое, фирменное. По спецзаказу сваренное какое-то. 4 градуса. Состав тот же самый. Здесь только отличие, у него магистрат начального сусла, у него здесь меньше процентов. Там было 11, здесь 10. Ну вот тебе и 4 градуса. А там 4,2, да? Мне кажется, Жигулевская должна вкуснее быть. Но... Надо нюхать, мне кажется. Я нюхаю всегда. А нюхать что оно? Но... Понюхала, все. Тут это светло, оно все одинаковый запах. Да, оно одинаково все пахнет. Так, пробуй. О, вот это помягче, не то горькое. Угу. Ну прям мягенькое такое. Не горчит как то. Угу. Не грудь, это шайтан бахло. Вот это вот желтое. Это помягче. Ну бархатный, короче, вообще нормально. Бархатный пока, да, пока а выигрывает. А вот плотность, смотри, 11-12%. Плотность. Она лучше, чем тоже Жигулевская с желтой этикеткой. Томское пиво фирменное. Там было Жигулевское. Вот реально, как они варят? Все называют по-разному, а состав один и тот же. Ни добавок, дополнительных, ничего нету. Это в крафтовом, да, вот пиво покупаешь, там читаешь состав, там то добавлено. Офигеть всего. Ну ты там, насколько помню, был нормальный. Но запах тоже самый. Я его никогда не любил. Вот я не вижу отличия вот от Жигулевского фирменного. Mm-hmm. Вот реально я не чувствую. Ну, светлое пиво, типа. Ну, обычное светлое пиво, похоже, да. Похоже на Жигулевское, но оно какое-то. Они мягкие как, все, вот, за счет того, что мне они. Мне кажется, не... как вот это вот оно Жигулевское. На рижское точно не похоже, но это не похоже, на бархатное тем более не похоже. Но оно кислее, ты чувствуешь? Ну, попробуй. Я что-то не чувствую кислости. Есть кислее. Не знаю, не чувствую. Так, следующее на очереди — ячменное пиво. Опять фирменное, томское. Подожди. Тут ячменный солод.
Тут ячменный солод. Говорю, все одно и то же по составу. Тупо. Сколько? Ну, тоже 4 градуса. Такие попробуют. Ну, вообще другое отличается. А состав один и тот же. Вообще такое кислое, сладкое, соленое. Запах так же, да? Как это водянистость, я даже могу... Оно как-то... Вкус слабее, да? Воды больше. Оно даже когда пьешь, сразу вкус другой. Да, отличается. Не говоря про послевкусие. Я даже понять не могу. Какой-то другой вкус, да. Вот а он слабый, то есть он в сравнении с этими вкусами, как будто больше воды. Вот я попробовала, и ты чувствуешь водянистость какая-то. Я вот понять не могу. Вкус какой-то просто другой, хотя состав один и тот же. Нет, ну просто слабее. Ну, в общем, нормально. В принципе, ячменно, да? Как по мне. Ну оно потому что какое-то... Ну, лучше, чем вот это, скажем, то, как по мне. Ну да. Лучше, чем Жигули, вот это томское именно, и рижское. Ну, лучше будет. Оно какое-то ненавязчивое, понимаешь? Вот, по мне оно какое-то водянистое, не знаю, и поэтому оно нормально. Следующее у нас Крюгер мягкое. Мягкое. Написано оригинальное пиво. Что, состав с тем отличается? Состав... Нет, вообще не отличается от того. Я же говорю, они разливают просто из одного чана. Ну что, как? Прям запах такой резкий. Это получше будет, чем все предыдущие. Ну прикольное, кстати, да, оно такое. У него послевкусие приятное, то есть те остальные то горчили, то что-то кислили, то какой-то, а это... Это нормально прям. Крюгер традиционный. Состав тоже самый, да? Да. 4,9. В традиционном в мягком 4,2. Ну вот и вся разница. Я уверена, что это из одного чана разлитое, просто мягкое, но немножко разбавлено водой. А, экстрасус отличается. Здесь 11%, здесь 12%. Да на запах все одно и то же, как помню. Оно просто реально точно такое же, как это мягкое, просто крепче. Угу. Какое-нибудь что-то сладковатое, как по мне. Давай время не тяни, сильно надо пробовать. Да ничего страшного, надо Я знаю. Надо переосилить. Ты оттягиваешь момент. Так, следующее на очереди сильное. Это, наверное, как будет, как Балтика, здесь алкоголя 8,2%. Как написано, слабый не осилит. Блин, Балтика тоже шайтан было. Вот проверим, слабый ты или сильный. Только сильный мужчина может любить по-настоящему крепкое пиво. 8% это серьезно, сильное не для слабаков. Блин, он по-любому этим алкоголем отдает. Диатка, я помню, жесть просто было. Я пьешь, он сразу просто на спиде не чувствуется. Спиртяга чувствуется. И все? Оно светлое или темное? Оно светлое. Да, что по составу-то? Начальное сусло 18% у него, от этого 8,2%. Блин, ну лучше, чем девятка пьется. Хочу сказать. Приятное? Более приятнее. Девятка прям вот спиртом чувствует, охота тоже крепко спиртом отдает. А это нормально. Вроде бы. Или я пока не понял. Ладно, наверное. Да? Чуть-чуть, вот совсем на тот. Оно, кстати, не горчит. Все, да куда ты мне идешь? Ты не распробуешь. Оно не горчит, кстати, в отличие от тех вот. Оно реально спирт не влияет. Ну, и оно не горчит-то, как вот эти жигулёвские обычные. Ну, оно такое, прям чувствуется крепость. Крепость чувствуется, да, просто? Ты пьешь и понимаешь, что это вот какая-то такая штука. Так, а еще по итогу у нас выходит? Короче, топчик у нас бархатный, потому что сладкое. Да, топчик бархатный. И вот эти, да, два, да, два крюгер мягкое и классическое. Традиционно. Традиционно, да? Традиционно. Вот эти, как бы, три более-менее. Бархатная рижская нафиг сразу. Ну, вот эти, вот эти томские еще, как бы, скажем, на любителя, как по мне. Ну нет, они нормальные, просто они, нормальные. Они горчат почему-то. Ну, говорю, на среднем любителе, скорее всего. Ну, это я не знаю. Это я думаю, тоже на любителя. Я считаю, это всем подойдет. Для детей. Вот это? Да. Безалкогольное бы его через дело, да? Чтобы сразу сильными росли.
где-то партия пока.